Девчонки, всем огромный привет! С вами Лина Стренч, и сегодня у нас с вами маникюр. Я вам для начала покажу покрытие без стирки и с стиркой, чтобы вы могли сравнить уже. Смотрите. Вот здесь, естественно, у меня просто гель-лак, здесь у меня уже втирка. И насколько красивее становится покрытие. Сейчас вместе с вами сделаем два ноготочка. И будем делать с вами, конечно, стемпинг сегодня. Девчонки, базу использовала Belfile. Она мне нравится, всем советую. Ссылка всегда есть на нее в описании. Всегда. Гель-лак использовала... Я не буду коверкать название. Это 040 номер, я вам ссылку оставлю. Вот если первый гель-лак, который мы с вами использовали в прошлом маникюре, мне понадобилось 4 слоя для того, чтобы покрыть его красиво, то вот этот цвет, девочки, я покрывала всего 2 слоя. Все-таки разница есть между светлыми оттенками и темными. Мне темный понравился, как он наносился, насколько мне комфортно с ним было работать. Он мне тоже понравился. Мне не понравилось, что 4 слоя пришлось наносить. Этого всего 2, и тоже очень комфортно. Красивый очень цвет. Он хорошо самовыравнивается, девочки. Поэтому вот советую, просто учтите, что темные цвета, скорее всего, и все остальные нужно будет наносить 3-4 слоя. Светлые 2 слоя. Такой вывод, девочки, я делаю из тех цветов, которые у меня на данный момент есть. Я, наверное, попробую еще, но потому что они очень красивые. Они так мило смотрятся вообще. Девчонки, втирку берем прошлую Beauty Big Bang. Просто смотрите, в зависимости от того, на какую подложку вы нанесете втирку, она будет давать разный эффект. Есть втирки хромовые, которые просто дают зеркальный эффект, а есть хамелеон втирки. Вот это вот больше хамелеон втирки, и она потрясающая. Топ буду остатки использовать Венолисы, девочки. У меня реально уже все это остатки. Я думаю, что после видео я просто буду заказывать еще топ. Он для втирок очень классный. Девчонки, не забываем, что втирки лучше всего втираются на теплый топ, когда они, соответственно, сразу после лампы. В лампе своей, девчонки, я сушу 30 секунд, больше и не надо. 30 секунд больше, чем достаточно. У меня, видите, салфетка вся такая в рабочем состоянии. Сразу видно, я трудилась. Девчонки, пока топ теплый, втираем. Ее надо немножечко. Я заметила, что у втирок Beauty Big Bang вообще какой-то расход очень минимальный. Надо совсем чуть-чуть, чтобы полностью сделать нам красоту вообще. И сразу другое покрытие. Вообще смотрится потрясающе. Ну и сразу делаем с вами мизинчик, заодно покрываем. Мне вообще чуть-чуть уже осталось топ. Ну, топ, девчонки, мне вот этот Венолис прослужил очень долго. Я его, конечно, в последнее время использовала в основном именно для маникюров, где я использовала втирку, но он, конечно, крутой. Он, да, он жидкий. Сейчас он, конечно, там густоватый уже, потому что его там чуть-чуть осталось. Но он не такой жидкий, как сапфир, но он все равно жидкий. А вообще, моя самая первая подписчица 100% помнит, что раньше я с Венолисой делала и маникюры. И топ, и база у меня были Венолисы. Девчонки, втирку убираем тут, конечно. Царство феи просто. Или единорога, даже не знаю кого. Так, девчонки, убираем все лишнее. Конечно, у нас тут все. Блесток полно, но, девочки, блестки убрать можно. Я вообще после этого коврики стираю. Прям в машинку их и стираю. Так, теперь я беру топ сапфир. Он без липкого слоя. Покрою сейчас два наших ноготка. Посушу. И мы с вами будем, соответственно, делать стемпинг. Вот смотрите, на данный момент, если смотреть, какие два топа, я лично рекомендую без липкого слоя.
Это Винолиса 100% и Сапфир. Он, кстати, производство Колюр. Я знаю, что эта фирма, девчонки, есть и гель-лаки именно вот под этим брендом. И, по-моему, косметику они тоже выпускают. Девчонки, пластинку, которую будем сегодня использовать, это мой London Trend Hunter, 16 номер. Я знаю, что не все, наверное, готовы заказывать пластинки мой London вообще из Англии. Да и цена мой London, знаете, она не бюджетная. Девчонки, но пластина шикарная. У Your Sugar есть уже похожие рисунки. Не вот именно этой, но вот из коллекции Trend Hunter. Мы здесь будем использовать вот этот рисуночек. Они вообще потрясающие все здесь рисунки. Лак для стемпинга возьмем от Your Sugar, темно-коричневый. Я вам все ссылки вообще оставлю. Дампик Beauty Big Bang у нас, скребочек Beauty Big Bang. И теперь по поводу лака. Почему я взяла темно-коричневый? Девочки, черный тоже смотрелся бы контрастно, но он бы красоту маникюра просто бы убил. Он придал бы маникюру просто мрачность. А мне мрачный маникюр в летний период вообще не нужен. У нас сейчас уже лето, девочки, с вами. А коричневый, он смотрится контрастно, но так красиво сочетается с покрытием. Маникюр сам по себе будет простой. Девчонки, все мини-видео именно вот маникюров и этого и прошлого маникюра, и который мы делаем сейчас с вами, девочки, есть в Инстаграме. Я вам, наверное, ссылки оставлю под этим видео, потому что красоту все-таки этого покрытия в тирке, это нужно смотреть на мини-видео. Через камеру, к сожалению, вы не увидите. Смотрим, как нам лучше просто поставить и отпечатываем. Здесь рисунок сам по себе уже красивый. При этом он достаточно открытый. В тирку прекрасно все показывает, девочки. Ну, у нас восточная сказка сегодня с вами. Девчонки, смотрите, чем мне нравится очень пластины Trend Hunter у Moe London. Там каждый рисунок уже шедевр. Это потрясающе, конечно. Очень красивые рисунки, и это настолько красиво, настолько это все продумано, девочки. Смотрите, я тоже здесь сейчас перекатом не делаю маникюр, я вдавливаю рисунок, потому что у нас есть полоски. Если будем перекатывать, полоски вот, ну, 100% куда-то уйдут. Просто вдавливайте свой ноготь в штамп. У нас, конечно, с вами весь маникюр будет, девчонки, выигрывать за счет рисунка и за счет втирки на гель-лаке. Втирка просто безумно потрясающая. Мне вообще их нравится втирки. Я когда их получила первый раз, я в таком диком восторге была. Я по квартире бегала просто, прыгала, ура! Вот смотрите, насколько легко и просто выходит маникюр. Один рисунок. Тут даже, знаете, придумывать ничего особо не надо. Мой London, это, конечно, потрясающая пластина. Ну и стоят они, девочки, конечно. Но все равно классные. Даже несмотря на их стоимость, они все равно крутые. Девчонки, я вам ссылку на мой London пластину оставлю. Но это будет ссылка на официальный сайт. Я покупала на официальном сайте. И вообще, кто думал, заказывать пластины с Moe London или нет, ну, то есть, под таким сомнением, да, выходят они не бюджетно, но качество это просто огонь, девочки. Настолько шикарные пластины, и их огромное там количество. Мы с вами будем еще делать обязательно маникюры с Moe London, потому что пластины просто супер. Я их очень люблю. И, кстати, когда там регистрируешься, вам потом приходят там промокоды разные. Очень часто в последнее время это скидки есть. И, по-моему, при 25 фунтах у них доставка бесплатная, девчонки. Так что оставлю ссылку. Moe London, девчонки, это классные пластины. Прям советую. Но, девочки... Да вообще, если так посмотреть, самая бюджетная
продукция для стемпинга, это все-таки в Китае у нас, девчонки. Но мою Лондон, девочки, я, по-моему, уже говорила, они что же в Китае делаются. Но качество, конечно, бомба. Мне нравится даже... Ну, понятно, что качество гравировки, но рисунки, девочки, я не знаю, мне кажется, они очень часто выпускают новинки. Я просто на этот сайт даже боюсь заходить. То есть нужно заходить уже конкретно, когда сделаешь заказ. Когда ты уже что-то хочешь. Или когда уже пришло время тебе делать заказ. Или когда ты хотя бы определился с тем, что ты хочешь. Потому что у них настолько много пластин. Ну, моя Лондон у меня маловато, девочки. У меня моя Лондон пластин, наверное, 10. Где-то около того. Может быть, побольше, может быть, поменьше. Ну, около 10 штук у меня мой Лондон. И я ни разу не пожалела о заказе мой Лондон. Вот если о заказе Mondo Dunis я немножечко пожалела, потому что это лак для стемпинга, который реально воняет. Реально с ним тяжеловато и сложно работать. То о заказе мой Лондон я не пожалела ни разу, девочки. Ну все, просохло у меня. Уберу сейчас грязь и к вам, девчонки. Девчонки, смотрите, какая красота. Реально какая-то восточная сказка. Ну, очень красиво. Я вам обязательно фото вставлю маникюра. Надеюсь, что скоро у меня вот этот ноготочек уже отрастет. Он прям бедный какой-то инвалид. Девчонки, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Жду обязательно ваших комментариев. Жду вас в Инстаграм. Ссылка будет в описании под видео. Всех целую, обнимаю, девочки. До новых встреч.